Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 2 и 3 июня в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее, 16 выше 0. Ветер северо-восточный от 8 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов.